Одним із найважливіших винаходів історії цивілізації вважається електромагнітний телеграф Морзе. Відтак, у травні 1844 року в ході урочистої церемонії була відправлена перша у світовій історії телеграма між Вашингтоном і Балтімором. Довжина цього повідомлення становила 64 кілометри. Винахідником дива став Семюель Фінлі Бриз Морзе. Після того, як ця технічна новинка з'явилася у більшості міст світу і нашу планету перетнули телеграфні лінії, були потрібні лічені хвилини, щоб новина з однієї півкулі примчала в інше. Як же цей процес відбувався в Україні, а також коли телеграф з'явився у Києві, про це і не тільки запитаємо в Ольги Білуз, завідувача музею пошти Київської міської дирекції «Укрпошти». Пані Ольго, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. І, власне, ми вже зазначили, що в 1844 році з'явилася перша телеграма у Штатах. А коли ж таке диво техніки, таке ноу-хау приходить в Україну? Ну, ви знаєте, таких от даних о том, коли вперше появилась телеграма в Києві, от нету, но є дані, що 1908 году в Одесі був безпроводний телеграф. То есть вот это Морзе было с проводами, да, а тут беспроводный телеграф, и он использовался для морских и военных ведомств. Вот. Ну и после вот именно использовали точно такие же телеграфные аппараты. В нашем музее вот стоит такой аппарат телеграфный, не старинный, не 900 какого там года, да, но тем не менее тот аппарат, которым пользовались еще работники нашего телеграфа, было ведомство почтовое, ведомство телеграфное. Даже вот символ почтовый – это почтовые рожки, а вот в телеграфе были такие две к молнии. Была, помните, такая, может быть, слышали, телеграмма «Молния» называлась, да. Даже еще в фильме Булгакова про «Мастера Маргарита» там звучала двойная молния, хотя такой не было телеграм на самом деле, но вот в фильме такое прозвучало, интересно. Если говорить про историю пошты, самое столичное, когда, и еще взагалі можно какую-то такую конкретную дату, або подію, когда это все началось у столицы? Ну вот 885 год, это в повести временных лет, Киевская Русь, Киев, правда ведь, вот, там было сказано, значит, послал Олег Радимычем, спрашивая, вот с тех пор это считается временем отсчета Отечественной почты, да, ну а в 1669 году в Глуховских договорных статьях, где было подписано перемирие Польши с Россией, подписанное нашим Демьяном Многогрешным, там было описано устройство почты именно в Украине. И там впервые прозвучали слова «почтари». Не почтальоны, а почтари. Это было стонулось? Да, да, да. Вот так звучало. То есть вот это время тоже считается, вот именно там было обозначено, как устройство должно быть почты, что там должны быть лошади, солдаты для охраны. Вот интересно, очень звания были. А какие, до речи, были звания? Обер-почтмейстер, секунд-майор. Чем они разнились за свои... Они, ну, обер-почтмейстер, да, это был начальник почтамта. Вот, почтовая контора уже была. Вот у меня фотографии, давай, вот здесь я принесла, да? Вот покажите их. Видите, какие вот чиновники. Они носили форму и даже носили оружие, как военные. Вот у каждого у них было. Видите, какие одухотворенные лица. У вас, мені... Ми вже згадали, да, за листонош, то хто б вони були, ці перші листоноші? Яку, можливо, повинні були мати освіту? Про що йшлося, коли відбирали на роботу таких співробітників? Ну, спочатку це були просто гонці, яких посилали. Да? А вот были даже такие гонцы, которых интересен такой случай. Один господин отправил своего раба, и для того, чтобы сохранить секретность своей переписки, он написал уже на лысой голове раба послание, тот шляпу одел, и побежал. Это уже была секретно, совершенно секретная информация. Да? Вот. Позже уже стали, после монголо-татарского ига появилось у нас слово «ям», то есть эти вот станции, постоялые дворы. От этого слова «ямщик». Вот это были ямщики. Ну, а они выбирались в церкви, 8-10 человек давали, подписывались о том, что они знают этого человека. Этот человек клялся на Библии.
что он не будет пить, не будет курить, не будет проигрывать карты. Очень интересная. Угу. Вот. То есть история очень-очень давняя, еще с каменных веков идет. Такий суворый конкурс, скажем так. Да, а женщин вообще не брали на службу. Женщин стали брать только тогда, когда в состав России входила Финляндия. И то только вот именно на телеграфную службу. Почему? Потому что там очень мало платили, работа была тяжелая, поэтому такая дискриминация женщин, брали женщин именно на ту работу. И то брали девиц и вдов. Значит, замужняя женщина не могла там работать. И если бы девица выходила замуж не за почтового работника, она подписывала документ, что она уволится с работы, потому что муж ее должен был подменять ее на работе. Значит, если это не почтовый работник, он не мог бы. Цікаво. А ось вже ми згадали, що на конях пересувалися. Так. Взагалі, ось хотілося б про еволюцію самого транспорту поговорити, як вона змінювалася. Ну, спочатку біжав просто чоловік, дві ноги, да? Потім були дійсно лошаді, були на Україні вали. Вот. Когда вот было... Це цікаво. Да, валами, да, да, да? Валами. У нас даже в музеї є фотографії на валах. Перевоз почти на валах. Ну, там на севере, конечно же, были и собаки. Вот. Были, когда разлив был Дніпра, у нас вот в районе Славутича, там даже привозили на лодках почту. Тоже такие фотографии сохранились у нас в музее. Вот. Были арасани, были автомобили, были даже вот первый трамвайчик, который возил почту из Киева в Бровари. Вот, допустим, если в другие города возили автобусы, вот Житомир, да, то именно в Бровары возил трамвайчик почту. Что самое интересное. Там был специально почтовый трамвай, не обычный трамвай, там почтовый, куда можно было и письмо сдать, и ящик был для этого висел. Я вот еще пуговичку принесла, может, как-то ее сможете показать? Это пуговичка от какого-то вот чиновник, потерял эту пуговичку, вот этого мундира, которого вот они сидели. Она закатилась, пролежала, наверное, много лет, и какой-то период делали ремонт в почтовой конторе, преобразовывали ее уже в почтовое отделение. Вот и нашли эту пуговичку, она у нас в музее теперь хранится. Ну, власне, дивіться, говорили про телеграф, который з'явився у Штатах. В 1777 році у Франції з'являється листівка. Коли листівки, поштівки з'являються ось уже в Києві? В Києві? Ну, от известен случай, що перша открыточка появилась в Києві в 1895 году. Это была открыточка именно характера рождественского, с ангелочками. И вот, в принципе, такие вот открытки первые говорят, что именно были вот рождественские они. Что кто-то хотел на своем послании, кроме того, что теплые слова, еще хотел что-то нарисовать. Некоторые говорят, что первые открытки появились вообще во время франко-прусской войны. Войне, когда солдатам у них не было бумаги, чтобы писать письма, они рвали клочки бумаги, рисовали на них там какие-то свои рисуночки и посылали их. Власне, листівка – це відкритий лист. Да. Чи не боялися, що інформація може прочитати інші? Вот тут і оно. Когда впервые предложили вот эту открытку, открытый лист, да, то ее сразу не приняли, именно потому, что все будут читать. Это очень неправильно. Ну, а потом вот все-таки она прижилась. Получается, что первая открытка была без художественного какого-то сюжета. Значит, на одной стороне был текст, а на другой стороне адрес отправителя и получателя. А позже уже стали делить, чтобы пополам можно было, и там, где рисуночек, что был, открыточка, и фото открыточки были. Власне, у нас не так багато часу залишається. Я хотів би, щоб ви розповіли про ці речі, які ви до нас принесли. Що це і наскільки унікальними, скажімо так, є ось ці експонати? Тому що ну, справді такі речі старовинні вже. Да, ну, це такі дуже унікальні експонати, звісно. У нас в музеї дуже багато, але принести, звісно, не могла, тому приглашаю всіх, приходіть, посмотрите. Ну, от у нас цей формулярний список, він настільки, от він розсипається, він дуже старинний, бачите, у нього стоїть печать така, це наподобие теперішньої трудової книжки. Але в цій трудовій книжці записані дані не тільки працівники, але там написані, значить, дані його сім'ї. Потому что они все были на иждивении. Очень интересные там, был ли он где-то, состоял ли он. Ну, интересно очень почитать, очень интересно. А вот записники такие? А вот записники, это, представляете, 902-906 годов. Там многие такие данные для того, для работы людям, да? Но кроме всего, еще человек писал какие-то свои еще записочки. Можете представить, человека уже нет, неизвестно сколько лет, да? А записочки рукой его написанные остались. Насколько это... В каком состоянии сбереглись? Ну, стараемся, непогано. Понимаете? Так, 1900...
Другий рік, да. Зараз у нас 16-й, це цьому записничку більше 100 років. 114 років. Да. Зараз поглянемо, що... О. Ну, поки Влад гортає записничок, ми вже з вами говорили дещо про листівки. Хотілося б запитати, чи була якась особливість у київських саме листівок, їхніх сюжетах? Тому що, знаємо, надзвичайно популярними там по всій Російській імперії, тоді, а потім по Європі, були листівки із панорамами і пейзажами Києва. Це дійсно так? Ну, перші відриточки іменно були «Види Києва». Опять-таки, вот есть такой у нас снимочек, где стоит почтальон, почтальон Киева, и у него открытка в руках, он, значит, там держит ее, написано «Привет из Киева», с буквой «Я», то есть старинное это. То есть это действительно были вот виды Киева, виды всяких интересных мест, и первые были вот эти такие фотооткрыточки. Надалі вони менялись, конечно, стали, менялись, да. Але популярність не втрачали. Нет, нет. Я думаю, что оно... А теперь, видите, у нас еще посткроссинг. Это опять-таки вот виды Киева, да. Опять-таки это называется как общение без границ. Посылаешь открытку своим видом Киева, а тебе в ответ приходят со всех городов, со всех стран. Очень интересно. А ми вам дякуємо за надзвичайно цікаву розмову. Дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Я ж нагадаю, що з Ольгою Білоус, завідувачем музею пошти Київської міської дирекції «Укрпошти», говорили про історію пошти в Україні, перші телеграми та листівки, котрі стали знаковими для нашого міста.